Медитация 159. Поклонение. Подход поклонения может прийти только глубоко изнутри. Люди совершенно забыли, что на самом деле значит поклонение и как его чувствуют. Поклонение значит подходить к реальности с сердцем ребенка, не расчетливо, не коварно, не пытаясь анализировать, но полным благоговейного трепета и неисчерпаемого чувства чудесного, чувства окружающей тайны, присутствия скрытого, с ощущением, что вещи не таковы, как кажутся. Это значит, что кажущаяся видимость только периферия, что за пределами кажущейся видимости скрывается нечто безмерно важное. Когда ребенок бегает за бабочкой, он в поклонении. Или когда вдруг он находит тропинку или видит цветок, ничем не замечательный, обычный цветок, но ребенок стоит перед его чудом в глубоком удивлении. Или когда он видит змею, он так удивлен, в нем столько энергии. Каждое мгновение несет новую неожиданность. Ребенок ничто не принимает как должное. Вот подход поклонения. Никогда ничего не принимайте как должное. Принимая что угодно как должное, вы застываете. Ребенок исчезает, умирает чувство чудесного. А когда в сердце нет чувства чудесного, в нем не может быть поклонения. Поклонение означает, что жизнь так таинственна, что понять ее полностью невозможно. Она превосходит понимание. Все наши усилия тщетны. И чем более мы пытаемся узнать жизнь, тем более она кажется непознаваемой.